Всем привет! Почему я двигаюсь? Это эскалатор. Я счастливая, потому что мы едем на море. На целую неделю, причем буквально мы будем в море. Без интернета, без всего. Мы летим в девичьей компании. И, собственно говоря, все. Перед тем, как отчалить, нужно обязательно закупиться продуктами. Вы, наверное, думаете, что мы уезжаем на всю жизнь, но нет, это всего лишь на 2 дня. Причем такое ощущение, будто питаться мы... Спасибо. Будем только чипсами. Здравствуй, Москва! Как все долго. Кажется, они все нашли. На 2-3 дня. Клево. Молодцы. Кажется, мы собираемся устраивать плавучий ресторан. Даш, ты что там делала? А вот это вот машина моей мечты. Можно в багажнике кататься. Вот наш катамаранчик, наше убежище на неделю. Блин, я всегда так боюсь вот на таких штуках упасть. Маленький домик на воде. Эй, девушка, это частная собственность, слезайте. Что вы тут делаете? Сейчас будем отплывать. Да я такая счастливая. Не терпится уже. Насколько далеко? Красиво. Близится к завершению наш первый день плавания. Объелись. Дашина мама приготовила нам очень вкусный ужин. Стоим сейчас пришвартованные. Нет, мы не пришвартованные, правильно? Мы как? На якоре стоим. Да, мы стоим на якоре. Так посмотрел сейчас на меня, как будто я очень тупая. Я последний раз ходила на катамаране 4 года назад, и я запомнила, что здесь невероятные закаты. Посмотрите. Очень здесь красивая природа. Читаю Ирвина Шоу. А, кажется, меня прямо сейчас кусает комар. По возвращении домой я планирую встречу в центральном детском магазине на Лубянке 28 октября в рамках проекта CDM онлайн. Пообщаемся с вами, отвечу на ваши вопросы. Вход бесплатный, так что регистрируйтесь в описании. Жду вас! Да, спасибо. Сидим, кушаем джем с сухариками. Даш читает. Шкипер спит. А с утра начнется 2-дневный шторм. И нам придется сменить локацию, потому что мы, естественно, хотим остаться в живых и не попасть в шторм. Ночь. Вот моя маленькая каюта. Сейчас буду ложиться спать. У меня слишком много вещей, я знаю. Я не знаю, как они сюда вообще поместились. Вот ванная комната. Правда, мокрая. Я только что из душа. Чтобы не попасть в шторм. Пойдемте проверим, как там у всех дела. Эй, я думала, я первая проснулась. Как там завтрак? А, все уже сидят. Доброе утро. Какая красота. Что я буду завтракать? Оля приготовила очень вкусные сырники. Швартовываться. Сейчас главное не уронить камеру. Наш шкипер очень веселенький. Он вешает флаг со смайликом на своей лодке. Припахали меня, однако. Все чистить. Не, ну я люблю убираться, поэтому мне как бы не проблема. Но еду надо отрабатывать, так что... Все. Я бы не хотела там сейчас оказаться. День только начался, у нас уже приключение. Пожар. В Хорватии, как выяснилось, 4 месяца не шел дождь, и постоянно случаются пожары. Причем мы буквально, наверное, минут 30 назад смотрели и такие говорим: о, это облачко. Нифига, это не облачко. Ну,
Жизнь прекрасна. Единственный минус – косы. Иногда мне здесь кажется, что мы похожи на лежачих тюленей. Мы реально спим, едим. Даже наш шкипер от нас уехал. Мне кажется, ему стало с нами скучно. Делаю много фотографий на полароид. Я горжусь своими фотками. Они получаются уже профессиональными, если их можно так назвать. Ой! Я ненавижу, когда ты так делаешь. Ты похож на человека без лица. Не, ну я не лучше, если что. Куда я, Димка, ты там? Осторожно ты. Мальчики, давайте знакомиться. А, не помогают пришвартоваться, я поняла. Это Дашина каюта. Здрасте. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Белочки. Девочки. А, подожди, Даша, включай, я хочу садиться. Вот здесь мы готовим, ну точнее не мы готовим, мама готовит. Нам очень повезло. Чайник. Это наша гостиная, немножечко вся в моих вещах. Это наш маленький холодильник. А вот здесь сидит шкипер. Обычно мы его не беспокоим. Вот здесь обычно сижу я. Это моя маска, это Дашина маска, это спасательный круг. Это наши соседи. Здрасте! Это наш гриль, который мы так до сих пор не использовали. Вели мы себя хорошо, чтобы нас на нем не зажарили. Вы только посмотрите, какой закат. Фиолетовый, розовый, желтый. Вода как будто бы золотая. Куда я иду? Я иду вместе со всеми смотреть кино. Что мы будем смотреть? Марс. Доброе утро. Даша одолжила мне свою шляпу, чтобы не светило в глаза. И сейчас мы идем в супермаркет. Земля! Мы приплыли на сушу. Идем за рыбой, потому что мы будем готовить рыбу на гриле. Я человек простой. Я вижу сувениры, я иду в сувениры. Добрый день. Здравствуйте. Мои на рынке, вон там. Но я подожду, пожалуй, на безопасном расстоянии, потому что там куча волос, чтобы меня никто не покусал. Смотрите, куда мы приплыли. Офигеть. А дальше вплавь. Все, мы сменили катамаран на тузик. У нас деньги кончились. Ну, раз так надо. Даша, вставьте. Есть. Ау. Я еще с дамской сумочкой. Вдруг меня здесь принц ждет. 2 года этот пляж считался одним из самых красивых пляжей в Европе. Но нас сюда привезли вечером. И вообще мы здесь одни, как будто мы в фильме «Пляж» с Ди Каприо. И здесь очень красиво. Сейчас будем готовить рыбку на гриле. А вот и ужин. Посмотрите, какой шикарный Иван приготовил ужин. Офигеть, как будто мы не на лодке. Либо только что кого-то поймали и зажарили. Возможно, это был человек. Такая прелесть, песик плавает. Я решила, что жизненно важный навык — научиться кататься на этой маленькой лодочке Динги. А вот, сейчас мы на нее садимся. Это сложно. Окей. Опа! Полный вперед! Ну, соединяй, что ты? Thank you. Погнали. Раз, два, раз, два. Я не могу. Я сейчас просто за борт вылетела. Yeah. I have jacket for that. Как это было? Что там? Что за птица? Это самолет? Это насекомое? Нет, это дрон! Привет! А
Вот и подходит к концу наше путешествие. Нам очень повезло, потому что у нашего шкипера Ивана оказался дрон, и мы сняли огромное количество материала с воздуха, очень красивые кадры. Надеюсь, это видео было вам интересно, и я с вами прощаюсь. Всем пока!